Я просто хочу вот, вот это как вот сказать у нас. Вот человек, кто работает, да, у того деньги есть. Вот, вот как он работает? Например, вот есть работает слабо, что слабо получает. Есть средняя работает, средняя получает. Есть хорошо, вот так сильно работает, сильно получает деньги. Вот, я вот за это. А вот у нас вот, полиция как работает? Вот преступников, как она ищет? Она их не ищет. Их надо им на блюдечке этого преступника преподносить. Так ты возьми, поработай хорошо. Вот ты, если хочешь заработать, чтобы ты отличился в этом коллективе, работай, работай. Если ты будешь работать, а у нас не хотят работать, просто не хотят работать, все хотят задарма, все задарма. А вот если бы работать, вот кто как работает, я даже вот, вот по мультам всех бомжей собери, они не будут меня верить. Да ну, столько денег невозможно сделать туда-сюда. А я их делаю, я их делаю. Мне хватает. Я могу и 5, и 10 тысяч сделать, и 20 тысяч. Вот у меня вон сюда зашли, меня здесь только обворовывают. Да, обворовывают, таскают. Вот алюминь утащили, полмешка утащили алюминь. Ну, правда, 200 рублей дали. 200 рублей. Ну, там не на 200 рублей, там где-то на 500 было. Они у меня грабанули на... Ну ничего, я на это как-то не смотрю. Ну правда, тоже тяжело. Вот попробуйте собрать вот эти свет мед там, тут. А так это же надо собирать, ходить. Это сколько километров. Вот что я вот полмешка вот собирал, полмешка собрал, это алюминия. Вот верьте, не верьте, 50 километров с гаком может пройти надо. Так вы знаете, а мульди сейчас такие высокие делают, да, и надо так наклоняться, все это собираешь, да? Вот. И теперь у меня еще одна вот такая сейчас система, вот эти мусорщики, которые отвозят ну, мусор, я вот как не подхожу в мульти, они тут как тут подскакивают. Я думаю, а они там переговариваются, пускай по телефону, да, иду. Как подхожу, опять мусорка. Хожу, мусорка. Я говорю, да делайте, вы же солярку, вы вот так, таким макаром у вас солярка кончается, и это, вот, КамАЗ, даже КамАЗ, пускай самый навороченный, мусорка данная, и там мусорщики, да, со мной бесполезно бороться, на вот так это. Вы не успеете, вы разом все не успеете мульди почистить. Я в любую мульдию загляну. Так а мульдия, запомните, наполняется... Через каждые полчаса, хопа, уже что-то кто-то кинул. Раз, кто-то что-то кинул, а что-то кинул. А вы же не успеете вот так это. Вы же не будете этот ящик с одним пакетом поднимать. Увы, у вас перерасход солярки получится, перерасход запчастей получится. А у Кольки, вот у Кольки ноги, ноги. И он курсирует по городу и будет собирать, и собирать, и собирать. Вот с этой палочкой, выручалочкой. Вот это... Кому-то палочка, вот это один мусорщику, такие, они, не знаю, они видят меня и злятся на это. Потому что я, вот, хлеб, это ничейный, это люди, народ выкидывает. А они как бы, ну, вот эти мусорщики, вот эти бомжи, они как бы, вот это моя мульда, ты не должен к ней подходить. И эти мусорщики тоже, которые мусор отводят, они тоже вот как бы, это, о, это наша территория, ты что лазишь? Она ничья, это территория для всех, туда кидают для всех, на. Вот у нас скоро вот это, стариков, вот стариков будут убивать, старик за кусок хлеба схватится с мульди, а его этот бомб возьмет и грохнет, на. Вот все, вот, вот, пускай это правительство, вот правительство решает вот эти проблемы, на. Вот, для бомжей и так далее, и тому подобное. Делайте столовые, чтобы он не лазил по этим мульдям, не собирал. И какие-то платить какую-то малую частицу денег надо ему. Вот. Например, кормежка это одно. Кормежка одно. Какой-то капитал маленький. А то у нас все, у нас этот все капитал. Вот. И почему у нас получается бандитизм? Если вы к народу пойдете, прекрасно вот все эти сделаете.
Вот старику-то что там жить-то ему, что там осталось-то? А ему же надо тоже старику повеселиться. Я вот, например, буду все время на велосипеде кататься. До самых, до 70 лет, до 80 лет буду кататься на велосипеде. Так а что? А то как-то еду на велосипеде, ко мне там женщина, ты, говорит, старый, дай мне велосипед, я у тебя куплю. И, говорит, за 700 рублей, мол, возьму. Я говорю, он 6 тысяч стоит, этот велосипед. А почему я тебе за 700? Я просто, да и не стал с такими людьми объяснять. Вот у нас чего такой народ, да, мол, старик, все. А, с него песок сыпется, туда-сюда, на. Все, старик не умеет ничего делать. Да старик еще, черт его знает, что может показать на старик. На. Он и балетом будет, этот старик, заниматься, да? И всем чем угодно, на. И такой шпагат сделаешь, как никому такое не приснится. Ни молодой балерине, которая балерина там занималась, там черт его знает сколько. А старики это могут делать. Вот так-то, на. Так что не надо стариков выбрасывать с общества, на. А надо ценить их. Это золото, это бриллиант. Во, старики, на. А вот молодежь.